Так, что у нас здесь такое? О, свобода! Как много дыма, видимость почти на нуле. Ну ладно. О, поздоровый чувак, как давно не виделись. Сейчас у нас будет чисто это лазерная дискотека. Почему лазерная? Потому что он стреляет лазерами. На, получай. Вот такие у нас монстры, к сожалению, не могу показать их прям. Потому что они опасные, и потому что... Ну, сразу же, там, не знаю, там они испаряются, как бы. Таким волшебным образом. Так, там у нас, короче, сейчас будет монстр. Сейчас мы его встретим быстренько, прям по-дружески, прям как лучшего друга встретить. Чувак, заваливай! Давай! Там пиво, наверное, принес, да? Ой, я жду тебя. Так, ну, в принципе, он не особо палит на нас прям сильно. Я вот хотел еще, кстати, зайти за деревья прятаться. Вот это не очень хорошая идея, потому что у нас так это сможет сквозь дерево. Если бы он мог бы еще... Блин, если бы он еще мог бы идти вот деревья, ну не знаю, там пилить с помощью этого лазера, это вообще было бы мощно. И прям это классно, прям и графика была бы прям... Ну не графика, это, а как бы там физика прям в этой игре прям мощно было бы прям работала. Ну, к сожалению, не судьба. Так, возьмем патроны. Вообще сегодня я хочу, раз это, я уже знаю, какой там будет финал, а вы не знаете, то это, короче, хочу быстренько, прийти, я уже знаешь, что здесь... А да как, здесь вообще как я, как у себя дома. О, кстати, вот это что-то не видел. Просто я уже обычно там не смотрю наверх. Видите, как красиво прям. Прям не знаю, эту базу как можно построить кого-нибудь, или не знаю, там, еще что-нибудь. А вот один из них. Чувак, встречай меня. С медом и с хлебом вообще как бы. Ай, стой. Вот так-то. Лежать. Ну куда ты ушел? Так общались хорошо. А, ё-моё, это, короче, такие вот еще монстры есть, такие, типа, какие-то ползуны, какие-то странные. Можно я просто обычным пистолетом его убить. А вот еще один наш друг. Сейчас мы его встретим тоже. Кстати, в это вроде можно это заходить спокойно. Да, это, типа, у нас огонь, который не жарит. Да. Ну, хотя это было прикольно, если бы он бы жарил бы нас. Вот тут. Я вот вообще здесь стою, то мог бы в меня вот так вот стрельнуть, но он, это, короче, это, он козел. Ах ты же скотина! Я думал, ты, блин, прямо ко мне пойдешь. Он специально прям то, чтобы меня затроллить, да? Чертовы тролли. Все, убил. Ну, это было несложно, в принципе. Вроде там, вроде как все. Или не все, не знаю. Да блин, иди сюда, давай. Во, давай. Все, подыхай. Так, ну и у нас там получается уже все. По идее. А, у нас сейчас там еще маленькие друзья нас ждут. Так, у нас, по идее, тут ничего нету такого. Где-то грибочки там где-то должны быть еще. Ах, да, я не взял взрывчатку. Вот это я молодец. Вот это молодчина я прям. Взять. Ну и вот сюда мы, короче, идем. Выпустите меня, пожалуйста! Эй! А вот сейчас, чуваки, будет самое такое жопское здание, которое я просто ненавижу. Нам, короче, нам там нужно. Ну, короче, сами все увидите. И это нет, это у нас не паркур, который вот сейчас мы проходим. Это не то. Бля, сейчас мы можем, сейчас чисто по моей глупости сдохнуть. Неплохо. Да, что там это изи. Вот здесь самое жопское задание. Вот. То есть тут, короче, типа у нас, не знаю, вроде как покер или как там, не знаю, не играл в покер, но просто что-то вот там, не знаю, похоже или типа, не знаю, там. Нам, короче, нужно вот так вот, эти вот бочки, ой, не бочки, а эти ящики вот. Вроде бы нам вот эту доску нужно взять. Кстати, самое интересное, что вот обычно уже бывает такое, что мы вот откроем ящики, там вроде у нас нету патрон, постоянно на патрон. Вот такая проблема у нас еще была. Так вот, это, оказывается, знаете, как сделано? Если у нас мало патрон, то у нас будут всякие патроны в ящиках, а если у нас много, то не будет. Как бы логично, да, типа зачем нам много патрон? Если много патрон, нам это дают, значит, что будет какой-нибудь там босс или какой-нибудь там просто жесткий противник. А если там не будет, то просто там что там, просто там посмотреть, что там такое красивое. Ну что же, друзья, поехали туда, в гости к нашему другу по названием Альфред. Где мой чай, Альфред? Вот он. Такой-то у нас жопа он. А можно я тебе пройду? Это самый бесячий моб. Блин, я же мог бы этим убить. Ладно, уже пофигу.
дальше нужно так убегать. Ну и ничего страшного, в принципе, там и так скоро финал, так что все нормально. Но, на самом деле, ребята, это не финал, потому что еще будет шестая глава. Так, где у нас типа шашлык, кстати, у нас такой типа варится, такой типа необычный шашлык. Так, и мы вот сюда вот идем. Так, у нас здесь ничего такого нет интересного. Да, и мы идем к нашим друзьям. А, блин, я вообще забыл про него. Ну, вообще такие легкие мобы. Это типа как вот эти, как эти, как ползуны. Они такие более такие проработанные, такие более прям крутые. А, вот. О, вообще вот так прям сделано. Зашибись. А, у нас здесь нет патрон, по идее, да? А, нет, есть патроны. Ну, в принципе, ладно, тут как бы понятно, тут как бы монстров много, но хотя, что там, они уже не такие жесткие прям. Нам потом будут пожестче монстры, но там, в принципе, одни и те же, считайте, уже. И... А куда ты идешь? Я вообще, кстати, думал, что вот сюда вот реально можно пойти туда, не знаю, два пути, прям две концовки можно было бы совершить, но, к сожалению, это не так. И здесь, и как раз здесь такое место, там, где многие игроки тупили, ну да, тупили, а именно почти что все, блин, дебил, ой, дебил, ладно, ничего страшного, в принципе, так, финал, ничего страшного, хотя, блин, какой финал, блин, у нас, блин, еще шестая глава будет, наверное, не знаю, может, там, либо все сохранится, либо, да, блин, конечно, нет, блин, ай, фак. А вот когда перепроходил бункер, блин, у меня там и револьвер был, там много чего было. А вот это, чуваки, кстати, краски то самое место, там, где... Откуда-то мы краски это пришли. То есть, помните, вот это вот... Вот эта банька-парилка, да, вот это краски то и есть место. Просто когда я там смотрю у другого ютубера прохождение, он, короче, это там узнал, что это, получается, банька-парилка, из которой мы вышли, получается, еще в начале пятой главы. А я как бы это, ну, когда я снимал видос, это не узнал, что это прям банька-парилка. Да, то есть мы реально вернулись назад, но... Это же мой скафандр, интересно, что такие же взяли в комнате с аномалией. Да, типа того. Да, то есть наш костюм мы могли бы взять, но, наверное, уже не такой же прям интересный, такой же... Ну, короче, уже не в тренде уже. Так. Там хранилище. Кстати, мы можем убрать воду, что нам вообще не нужно. На нафига она нам нужна, потому что вот воду мы вообще не использовали на протяжении пятой главы. И вы спрашиваете, нахрена нам вода? Можно было просто выпить и все. Хотя это вроде бы, ну да, мы там мы не смогли там потом использовать, а это подробнее. Здесь человек меня позвал отправиться к нему. Там за завал нужен другой путь. Да, вот здесь краски я почему-то... А не трогал камень, потому что я здесь реально не знал, что так прям. Да, вот здесь получается наше убежище. Типа, да. Лезть. Так, продолжаем. Этого убиваем. Так, на изи, да? Это уже так убиваем на изи, и там он даже побольше враг. Так, он к нам идет. Вот так убиваем. Блин, вот самое интересное, что вот у нас в нашем мире, получается, в этой игре, в нашем мире, бочки более-менее такие, ну, не такие же прям опасные, прям на расстоянии они не прям, ну, они могут нас такую там убить. А вот почему-то здесь более такие опасные бочки, вот даже вот, вот, кстати, наш Сергей. Да, вот здесь как раз какие-то печальные, а вот такой печальный там, а момент такой был вот. Ну, короче, можете сами почитать, потому что... А, ну да. Вот этот читал, короче, получается, его заразили, убили... И тут, кстати, у нас потом есть выбор, мы можем либо убить его, либо нет. Ну, я, в принципе, сделал именно убить, ну и давайте убьем его, потому что зачем мы, типа, ну и, в принципе, даже если бы мы его не убили, там все равно одна одна и та же концовка. Так, здорово, друг, дорогой, давай, здорово, все, идем. Так, это обычные камни просто. Так, у нас здесь такого ничего нету, и здесь у нас, короче, есть три... дебила, которых надо просто это уничтожить. Так, на, вот так, на, убиваем. И вот это тоже вот так, на. И идем, блин, еще один. Ну и здесь, чуваки, у нас будет такое довольно-таки жесткое помещение. Там... Ох, кайф. Так, ну здесь у нас типа такие какие-то, не знаю, какие-то микросхемы. Хотя я вообще подумал, что это про трава. Трава-мурава какая-то. Довольно такое необычное место, да? Так, убиваем этого. И к нам идет сейчас другой челик, наш друг.
Так. А вот у нас ползет тут. Тульки такая крыса прямо. Тоже прирожденный прям такой вот. И если мы так идем, и там, ребята, нас будет встречать наш любимый друг. Главное, ребята, победить его. Вот он, летит, летит, скотина. Вот он, ребята. Итак, мы его так убиваем, вот так убиваем. Вот, все. Бляха-муха, и давай вот так убегать. Он, в принципе, нас не достанет. О, эпик. Да, идем. Так, ну и вот это уже сейчас уйдем так быстренько вот. Давай. Кстати, ребята, а вот вы никогда не задумывались, что там, вот иди там, на какой-то проход. И там какой-то проход. Ну-ка. Туда можно пойти? Да. Видите, у нас какие-то проходы такие. А, мы просто вот сюда попадаем. Ну, очень неплохо. Видите, ребята, мы должны вот так вот прыгать. Во, все, ребята, мы сюда попали. Так, здесь надо быть максимально осторожным. Здесь у нас чисто Индиана Джонс. Так, вот. Там еще... Здесь тоже так нелегко, конечно, но мы справимся, думаю. Мы за ним идем вот так вот. То есть обычно нужно так делать, типа, идет там какая-то, ну, допустим, лопасть, и мы должны за ней прям сразу же идти, чтобы это не попасться с другой. Так меня дед учил. Это очень давно. Так, а здесь у нас где-то должно быть. Вот скотина. Вот так к нам идет. Ой, да ну тебя нахрен, а. Ой, да ну тебя, блин, а. Тобой неинтересно, чувак, уже. Так, и на всякий случай, ребята, мы так вот... Во, все. Теперь нас точно чуть не убьет. Да? Да. Во. Отлично, он бомбнул. И мы идем дальше. Так, и тут, ребята, нас идти. Здесь у нас самое такое жопское место. А, не здесь. Не здесь у нас жопское место. Да и противников здесь вроде нету. А, нет, есть у нас здесь противник какой. Ой, да ну тебе, блин, нафиг. Давай перезарядим. Вы знаете, вот самое мощное здесь оружие, конечно же, но это у нас револьвер. У него, блин, урон, когда я вот проходил это, ну, бункер. Там в первом, во втором, третьем, четвертом главе, когда я уже заработал все шляпы Рика. Ну, или же там... Абрингштерна, неважно. И там, короче, это... Посмотрел, что за оружие револьвер, очень прикольное оружие, там 80 урон. То есть мы можем убить любого мощного врага с пару ударов. И все. И очень жалко, что этого оружия здесь нет в пятой главе, блин. Но так бы сейчас был бы, помог бы. Револьвер. Да. Так. А, нет, это другой получается. Вот скотина, вот идет сюда, вот идет, и мы вот так делаем. Во, все. Ой, эти бочки, они, блин, опаснее, блин, чем вот эти, блин. Так, ну здесь нам чисто нужно так делать. Когда я в прошлый раз играл, я чисто, блин, все патроны истратил. Вот на этой, блин, шелецкий дебильный. Так, у нас здесь дальше паёк. Ну, в принципе, ничего страшного, ребята, так что, ну, если это... Ай, они записались, потому что... У нас скоро же будет уже это, еще в 6 глава, так что еще больше эмоций там получим. Ну и что самое прикольное, что это, типа, вот, читайте финал, и вот этот краски там вот, типа, последний видос не записалось, это вообще прям жестко было. Так, мы так идем, вот так убиваем их. И здесь у нас не знаю, какой-то, не знаю, какой-то странный космонавт, но это как бы не Сергей и не Червяк, вообще неизвестно, кто это. И у нас здесь седьмой. Это здесь человек, да, то есть вот так все у нас идет. Можете почитать. И завершить. Да, тут, короче, он рассказал, кто такой Иван. Короче, это просто обычный психопат и дебил. А смотри, седьмого. Ах, да, чуваки, здесь у нас вот такая штука есть. И здесь краски смоющие этой штуки, типа, можно с ним общаться, чилить и на расслабоне. Так, а сейчас мы закрываем вот эту вот хрень и летим. Ну погнали, ребята! Уху!
Отлично. Блин, ничего не видно. А, ну да, тут же земля. Вот не знаю, конечно, какая самая большая глава, но... А ну-ка, по мне, ребята, самая большая глава, вот вышла, это именно четвертая и первая. Вторая глава, она какая-то маленькая была, и третья глава. Ну и пятая глава какая-то маленькая, ну, думаю, что шестая тоже какая-то будет. А, вот у нас, ребята, тут... О, кстати, что такого не видел. Такого что-то, кстати, не было. Если у нас получается какие-то такие, типа, это, канализация какая-то, типа... Ну, оно, короче, так и есть. Ну, если почитать, то там, так мне успокоиться и собраться надо. Сергей мертв, всякое такое. Да, жалко. Он сказал, мне нужно разыскать и победить Ивана и среди Антона. Антонио Кастильо. О! И вот, чуваки, финал. Да. Что, что очень прикольно, здесь можно, чуваки, просто есть, там чисто полазить, там показать вам. Вот здесь чисто, вот, короче, лазил, потом там, вниз записи, вот. И здесь, здесь, кстати, можно забраться вот на это вот. И посмотреть на виды, чуваки, это просто офигенно. Вот, вот чисто, ребята, посмотрите. Реально прям офигенно. Чисто, ну там какая-то рука, не знаю, вот, видите, там 4 пальца и еще 5. Чисто рука какая-то. И там еще какой-то, типа, не знаю, какая-то, типа, не знаю, типа, как это, бухта, что ли, или как там. Вот. Ну, чисто такой реально такой прикольный город такой. И очень жалко, что, конечно, это, ну, разработчик не сделал так, что там уж... Ну, чтобы следующие приключения были бы в этом городе, потому что здесь много чего можно сделать. Ну... Там уже он уже показал уже разработчик скриншоты в 6 главы, и там вроде бы не знаю, вроде как в этом городе, вроде как не в этом городе, но все равно в этом мире все равно, чуваки, будут еще приключения. Да. Блин, реально, чуваки, офигенно. И давайте чисто мы. Это. Прыжок веры. И мы не сдохли. Мы чисто это. Бессмертные. Если какой-то, не знаю, какой-то баг, или так и должно быть. Вот. Ну, кстати, в воду здесь можно спрыгнуть, то это лучше не надо. Она какая-то отравленная, типа, неужели ты меня здесь ждешь? Да. Он меня здесь ждал, это бункер 21, финал. Ух, чуваки, ностальгия. Я попал в свой мир. Ребята, ждите меня. Сейчас будем веселиться. Кстати, было бы прикольно, если бы здесь можно было бы еще взять это... О, птичка. Если бы здесь можно было бы взять лопату. А. Серьезно? Вот. А, вот да, у нас здесь чисто вот дневник Максима. И мой дневник. Так, ну здесь вроде не, нам ничего не надо делать, но... Хотя зачем я сюда вообще вышел? А, вот нужно двигаться обратно в бункер. Да, вот то есть это нужно было так сделать, да. Все уже, да. Бочки прям... Так не терпится прям их взорвать, прям сделать целое это шоу. Так. Вот, отлично. И мы идем, ребята. У нас зомби наши добрые. Ай, блин, почему? Твою мать. Да, я знаю. Сейчас мы его победим. Блин, ну сейчас мы могли бы, блин... Хотя ладно, он все равно сейчас, блин, нас бы догонял бы так. Блин, медведь, пожалуйста, встань. Медведь вообще как бы лох, можно сказать. Потому что он тут... Можно его чисто обойти и все. Вот наш медведь. Так, ну ладно, думаю, что таких фейлов, конечно, не будет, потому что я до сих пор, блин, такой вот в отчаянии. Блин, в кого хрена ты здесь появился? Я вот тебя помню, убивал еще очень давно. Блин, их вообще нужно сжечь вообще. Было бы круто, если бы их можно было бы сжечь. Ветка. Да блин. Не, вообще как бы... А, ну хотя да. Ну и здесь чуть-чуть мы чисто вот убиваем этого. Хотя нас, блин, не знаю, разрагов должен быть... Побольше, потому что мы же вернулись уже на заправку, это же после, ну, в четвертой главе, там у нас подсумки были. Но, к сожалению, это не так. Во. И от этого краски выйдет наш монстр, ну, типа, как главный босс, допустим, которого мы должны убить. Вот. Вот, да. А, нас там еще встречает еще один медведь, давайте его тоже убьем быстренько. И закончим. Значительно, кстати, быстрее, прям, чем в предыдущий раз. Ну, эмоций никаких, блин, нету, к сожалению, это, блин, очень печально. А вот именно эмоции прям поднимают вам настроение, и это мотивирует. Так. Ну, ты скотина, блин, а. Ладно, ничего страшного. Ну, когда вот уже будет 6 глава, там тоже вот там похреневаем и все.
Жалко, конечно же. Вот был прикольный, вы знаете, с одной стороны, да, типа прикольно, типа скоро выйдет с головой, вроде как финал уже будет. И мы узнаем, что, что там за финал такой должен быть истинный. Но с другой стороны, хочется, что, ну, чтобы этот, ну, бункер 2021 был бы это бесконечным. Да, то есть настолько крутая игра, что хочется, чтобы она была бесконечной. Да. Так, ну сейчас мы сюда придем, и к нам придет наш друг. Наш всеми любимый друг. Так, патроны еще, и там... Что, еще патроны, что ли, да? А, кстати, да, здесь, кстати, вот чисто можно сломать нашу отвертку. Так что, чуваки, вот почему наша отвертка исчезла в четвертой главе, потому что мы ее сломали, а этого даже не заметил. Да, блин, тут был офицер Зелил. Почему, какого хрена исчез этот офицер Зелил? Жалко. Так, и мы должны уже встретить нашего друга. А, вот у нас там жесткий диск, и мы должны уже это... Убить нашего монстра. Ну, он, в принципе, не такой же сложный, что за черт. Да-да-да-да, я знаю. Во-во-во! Да как Нео, как Нео, как Нео, как в прошлый раз тогда вот. Во, отлично! Как Нео, давай. Патроны закончились. Блин! А в прошлый раз почему-то у нас не заканчивались. Какого хрена? Не знаю, ну вроде как в нас типа хочет это попасть, типа убить нас так, но не значит, а... У него вроде клешня не такая же прям длинная, а вот как-то достает нас там иногда. Ну тоже такой довольно-таки... жесткий монстр. Вообще, кстати, я могу даже посчитать, сколько у нас боссов в этом, в бункере. Их тут всего пока что трое. Это тот, который мы сейчас убиваем. Наш всеми любимый огнемутант. Хотя это вообще как бы девушка, оказывается. То есть, как бы это, ну, Светлана. Да. Как бы это странно не звучало. Хотя, не знаю, больше всего похоже на мальчика. И этот, у нас там слезняк только еще, который сам начал игры в первой главе еще там. Ну, если вы, конечно, его еще помните. Ну, это такой язычный босс. Это, как бы, тоже несложный босс. Но вообще, самый такой сложный босс, это именно как раз этот огненный мутант пока что. Вот, откуда ты взялся, не знаю. Ну, выглядишь очень красиво так. Да. Да, он еще у нас еще в бункере, когда мы там еще вот... Это были в бункере, там нам еще встречалось. Я даже могу потом показать скриншот, если там сохранился. Пойди, да, сохранился. И идем, чуваки, вроде как назад. И, кстати, да, самое интересное, что когда вот я... Заканчиваю видео, я вот это как бы просто закончил именно здесь, именно у этого бункера. Ну, как бы это еще уже не конец же, потому что нужно было еще двигаться еще дальше. Хотя не знаю. Да, нам получается нужно, блин, аж, блин, в микроавтобус я почему-то это тупанул тогда в прошлый раз. Ну, сейчас хотя бы не тупанул. А, заменить бочку еще, блин, я просто давно еще проходил эту... А, да. А вот отвертки у нас, чуваки, нету. Мы просрали. Но это вроде как не нужно, так что думаю, ладно. Я пока, пожалуй, пойду. Нашу станцию. Это бы, конечно, наш бы мир это не взорвали бы там потом люди. Ну, там, как там говорил в сюжете. То можно было бы так спокойно бы это... Ну, здесь бы жить, бы здесь бы жило бы спокойно. Компьютер. Так, поглядим, что тут у нас. Ну и можете нам прочитать. А. А, вот, чуваки, вот, столько здесь много всего, которого, ну, как бы, на видео у меня еще такого не было. Да. Ну, потом я, ну, это, конечно, потом я прочитал все потом уже. Можете посмотреть. Чисто такая история бункера. Система защиты. Тут. Так, чисто вот так вот листаем. Да блин, они опять, блин, опять. Приказы. И завершить, да. И по идее это все. Ну что ж, чуваки, ладно, давайте нас закончим. Вот наш бункер. Ждем шестую главу. То есть все-таки это не конец. От нас никак не отстанет этот бункер. Ладно, давайте нас закончится бухать. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Всем удачи, до скорых встреч. И всем пока-пока.